Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Black Mesa. Мы находимся в Лямбда-комплексе, в самом сердце. Продвигаемся к телепортеру, к телепорту. Заодно запускаем реактор. В последней серии запустили помпы и охладительные системы. Осталось теперь, собственно, его врубить, судя по всему. Я не думаю, что это будет очень просто, потому что экран не терпит ошибок, но, тем не менее, в последние несколько серий мы неплохо справляемся. Так, что у нас тут? Нужно ли что-то тут вообще делать? Это центральная комната просто, и сейчас нам можно либо пойти... Так, отступим. Потому что там ворта наверняка приперли. Надеюсь, не собачки. Я их ненавижу. Шо? Ой, как шумно. Ты посмотри, такой маховик огромный просто. Трясет все вокруг него. Здесь, наверное, стены перестраивают каждые там пару месяцев, потому что все расшатывает. Ну ладно. Так, отсюда мы пришли. А это что такое? У нас, кстати говоря, вот это какая-то есть. Интересно, приведет ли это куда-нибудь? И как туда вообще попасть? Возможно, отсюда. Как видите, у нас уже все врублено. Ладно. Ну, тут та же самая история, но все-таки на всякий пожарный. Отнюдь. Увы. Шо? Здесь как обычно все. Все как обычно, ничто не меняется. Кто? Кто чавкает? Так, служба, вернее, станция обслуживания и доступ к реактору. Нам, похоже, он туда нужно. А, это не чавка, тут вода капает, понятно. Так, блин, у меня по оружию, вообще по патронам просто все очень печально. Не знаю даже, что взять. Не нравится мне, честно говоря, эта пушка. Да что поделать? Ничего, естественно. Так, служебный доступ. Возможно, нам нужно было сначала пойти все-таки на станцию обслуживания. Ёлки-палки. Еще? Ёлки, да сколько у вас там? Блин, игра, ты чё? Не надо ж прям так тормозить, картинно. Ладно, хоть не закрывает. Ты уедешь? Нет вообще уже. Кошмар какой-то. Так, ну я думаю, пришла пора вытаскивать эту пушку, расчехлять. Да ты заколебал уже, ну. Вон он стоит. Да, надолго тебя хватит. У меня патронов вообще нет ни к чему. Ой, ой, идите, постылые, постылые. Все хапнул, смотри. Да что ж такое-то, елки-палки. Так, сохранились нафиг. А? 12 патронов. Замечательно. Фу, сохранимся, конечно же. Кому-то не нравится, я сохраняюсь с такими жизнями. Но это, по-моему, все-таки круто и очень весело.
Кто где еще? Наверху один, по-моему, остался. Смотри, патроны вообще кончились, и брать их неоткуда просто. Ну, допустим. Эта пушка, конечно, респавнит, и патроны у нее самонаводящиеся, но, блин, такой отстой, это просто ужас. Ну, на мое мнение, конечно, на мой неискушенный взгляд. Ребята явно против, да, того, чтобы я запускал реактор. Я против того, что они против, так что мы в расчете. Если сейчас что-то полезет, мне хана. И не отобьюсь, у меня нечем. Ну, аптечки дают. Лучше бы патронов дали, да, аптечки бы не пригодились. Хорошо, почти все. Но пока что главная проблема этого пылесоса в том, что увидели, патроны у меня за сколько кончились, по-моему, заряда. Ну, там не патроны, там энергия. Секунды за 3 где-то, наверное. Но, конечно, эти 3 секунды все умирало просто. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не грохнулся. Хорошо, что мы делаем? Здесь у нас какие-то рычажки, но что-то сомневаюсь, что они интерактивны. Ну да. Остается исключительно дорога вниз. Вот там у нас что-то есть. Какая-то смотровая платформа. Возможно, мы туда заберемся. Или, возможно, отсюда. Или, возможно, мы отсюда сюда заберемся. Ну, короче говоря, это будет непросто. И это очевидно. Так, отлично. Прыгать, что ли? Нет уж, увольте. Вон там у нас еще лестница где-то была. Так, ну хорошо, допустим. Да, блин. Поток к главному реактору. Все работает, все отлично. Осталось открыть, собственно, заглушку. И что потом? Заглушку-то я уже вижу, где открывать. Как я потом отсюда выберусь? Ну ладно, понятно. Вот она. А тут что? Я не уверен, что путь туда хорошая идея, но... А здесь и нет ничего. Все, пойдемте откроем заглушку и надеемся, что она будет стабильно работать, а не как та в предыдущей серии, которая открывалась сама по себе и закрывалась. Так, ну хорошо. У меня есть ощущение, что я отсюда никуда не приплыву. Куда-то плыву. Опасность радиации написано. Доступа нет. Но это же Гордон Фриман. Поэтому какие же проблемы нафиг? Фу, патронов просто нет. Ой, 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 я застрял, я не могу двигаться. Офигенно. Блин. Супер, просто супер. Ладно, хоть сохранялся недавно. Придется загрузиться, я вообще двигаться не мог. Как там коды-то у нас? Если что, ноуклипом придется воспользоваться, что ли? Ой, блин, зачем ты нажалась? Мой косяк, пардон, эмоа. Хорошо. Просто супер. Врагу не пожелаешь.
Так, ну что, к радиации идти? Другого выбора нет. Огромный ротор. Офигеть. Всю жизнь мечтал. Так, нужно что-то, чтобы отбиваться от врагов. Я уверен, они тут будут. Обалдеть. Вот занесло-то. Но подъем, я так понимаю, будет долгий. Что тут? Ну, вроде как-то костюм не верещал о том, что большая радиация. То он обычно, он же любит это дело. Еще один маховик, что ли? Представьте работать в таком месте, да? Да ну нафиг. Нет патронов. Патронов нет. Ладно. Придется пользоваться этой пушкой. Я честно скажу, я не фанат всякого вот такого вот. Либо футуристичного, либо какого-то вот такого вот пульсирующего оружия. Поэтому мне с ней не особо интересно играть. Но какой у нас выбор есть, верно? Хотя надевал на руку он ее очень смешно. С визгом таким. Так, ну и включить. Это не к добру. Это что такое вообще? Обалденно! Да, блин. Его вроде выжгло нафиг. Хорошо, допустим. Замечательное место. Очень приятно катается. И я чувствую, нам вон тут доверху переть придется. Ну ладно. Откройте, пожалуйста. Или может я смогу туда войти? А что это нам даст? Блин, ты посмотри. Ну ладно. Все зашкаливает. Офигеть. По-моему, имело место диверсия. С стороны либо Джимина, либо Зенов. Да что ж ты так трудно вылазишь-то? Ну ладно, сохранимся. Ребята, сейчас нужно собраться с мыслями. Так,
почаще сохраняемся. Успел. А, блин, ну. Весь обожженный, как обычно. Сохранимся, конечно. Да блин, кто там еще пришел? Хорошо. Жаркое место, жаркое. Офигеть. Блин, я хочу домой. Я хочу домой. А-а-а, 2%. Нет уж, ребята, это слишком. Я сгружусь, пожалуй. 2% мы тут ничего не поймаем. С 25 можно навоевать, но 2% это сразу хана. Да, блин, ну как мне бракетами игре? Может, я просто смогу проскользнуть? Под ней. Сомневаюсь, конечно. Смог, смотри. Фу, выбираемся потихоньку. Блин, да что ж такое? Хорошо, 15, все лучше и лучше. Скоро жизнь наладится. О, ты посмотри, что там у нас. 1%, ёлки-палки. Хорошо. Я должен успеть. А, в принципе, не так, что она и долго бьет. Не попал. Фу. Офигеть. Офигеть. Но мы выбрались. Мы выбрались, ребята, все у нас хорошо. Фу, вот это было дело. Блин, просто обалдеть. Ну, на самом деле, круто было, да? Вот именно, блин, разнообразие. Разнообразие. Больше всего люблю в играх, когда геймплей в них просто варьируется по-бешеному. Чем мы только не занимались в этой игре, ну, кроме того, что убивали тупорылых солдат, мы, блин, и под водой плавали, и... в заминированном складе там, и за нами Гаргантюа гонялся, и, блин, чего только не было. С самого начала, конечно, вообще просто самый зачет. Ну и дальше все идет очень круто. Так, ну что, дружок, постараюсь будем надеяться, твоя судьба меня не постигнет. Так, ну что, супер. А, вот так, да? Ну ладно. Есть кто-то? О, свои. Откроешь, нет? Уважаемый. Мне не очень хорошо. Родной, открой дверь, у тебя там смотри, что есть, ну. А, вот. Здорово. It is a freaking zoo up ahead, Doc. И позади тоже. Tread lightly. О, блин, это просто какой-то оазис. Просто пустыня. Mm-hmm.
такое счастье. Так, ну он меня успокоил, конечно. Я думал, сейчас уже как-то все будет этот получше. Но, как показывает практика, отнюдь. Так, хорошо. Патрончики хоть есть? Альберт Эйнштейн. Хорошо. Да, хорошо, что у тебя есть дробовик. Пойдем со мной. Let's get the hell out of here. Так, ничего. Погнали. Я думаю, ты сейчас в первом же бою погибнешь. Долго прожил. Молодца. Фух. А в принципе эта пушка тут выруливает, потому что других патронов-то нет особо. Дробовичок маленько дали. Ну как дали? Наш бедный товарищ прожил ровно секунд 10. Скотобаза. Это все ты. Все это время это был ты. Какая же ты сволочь. Вы поняли, да? Вот оно как. Через портал он перемещается. Ну, то есть это было очевидно, но в первый раз я вижу, как это произошло. Ты посмотри, а. Такой вот он, Джимен. Все больше и больше свидетельств того, что он не человек. А это что такое? Тоже портал какой-то. Внимание! Нужна защита для глаз. Хорошо. Я думал, это портал меня туда перенесет. Но нет. Ну хорошо, это что такое? А, вон оно как. Ты вот в одну сторону работает, да? Это принимающий, тот отправляющий. Ну-ка. А только что на Джимен наговаривал, что он такими же штуками пользовался. Ну ладно. Так что, может, Джимен человек. Видели, то, что я пользуюсь порталом, не делают же меня каким-то пришельцем. Ты посмотри, это же... Это мне ими сейчас пользоваться активно придется, что ли? А, где-то куда-то я войду и попаду сюда, похоже. Хорошо. Но зачем мне это? Что я вообще здесь делаю? Лады. Какого-либо спуска вниз нет? Да нет, похоже. Да нет. Ну ладно, возвращаемся. Мне понравилось. Это сравните, да, вот в этой, какие разрабатывают, и во второй доктора Клеймера. Маленькие портальчики кое-как работают, а там сзади за ними такие бешеные установки стоят. Да ёлки-палки, ну сколько вас тут может лезть? Не, все понимаю, но хватит респауниться за спиной.
входябельная. Этот лифт нас отправит туда, куда нам нужно, я думаю. Поэтому пойдемте сюда. Так, ультрафиолетовая энергия защищает свои глаза и кожу. Ну и кроме того... Да ну нахер. Это офигеть. Я не хочу туда ни в какую. 247. Что значит 247? Понятно пока. Так, что это вообще такое? Это, похоже, есть какой-то портал. Сначала нужно уровень Б, уровень С, уровень Д запитать. Не знаю, пока что не уверен. Разберемся по ходу действия. Обалдеть. Просто красота. Я уже представляю какой-то геморрой. Так, ну тут я не прохожу. Хотя... И все, да? Конечно же, не открывается. Это было ожидаемо, учитывая цвет. Давай попробовать охота. Хочется. Так, ладно. Супер. Зачем нужен тогда этот лифт вообще? Ну, пойдемте сюда. Просто офигеть. А это не под ним ли находится реактор? То есть просто офигеть. Один такой огромный стержень идет, пронизывает все. Я не хочу в эти порталы идти пока особо. Залочено все, да? Так. Ну да, конечно. Блин, просто стоишь на месте. Чуть-чуть повернулся. Гадство. Что мне это дает? Зачем я сюда вышел? Зачем? Ну ладно. Попробовали, да? Так, что у нас тут? Тут, конечно же, ну все понятно, остается только туда перейти. Давайте сохранимся. А, кстати говоря, если подгадать момент или нет? Туда в центр я не уверен, стоит соваться, нет? Выбора-то у нас особого нет, похоже. Ай, блин, да что ж так сложно-то? С разгона придется. Я не хочу сюда лезть. Я манал. Чё происходит вообще? Что за звуки такие? Супер! Мы вернулись туда, откуда начинали. Что может быть лучше? Ладно. Давайте, знаете, на этом прекратим эту серию, а в следующую уже начнем свое восхождение. Я чувствую, оно будет достаточно долгим таким, несмотря на то, что... Ну, высота большая, но все равно, кажется, что не так уж прям много. Но я думаю, мы тут долго будем подниматься. Так что продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.